познакомиться с интересными и необычными минчанами. Все больше их становится, людей, которые действительно интересуются современным искусством. Узнать кое-что новое и провести время с пользой. То есть мы сейчас накануне Нового года, новых каких-то тенденций, и все говорят о новых тенденциях. Оказаться в эпицентре самых важных событий города. Короче, чувствуется все. Просто нереально много народу, крутая атмосфера, очень интересно. И все это налегке. Смотрите на ТВ3. Не переключайтесь, будет интересно.